Война свирепствует и в наши времена, изничтожая нужные ресурсы. Людской потенциал, и кренится страна. Не разглядит виновных, даже щурясь. Зачем Кавказ, Армения, Чечня и прочие не нашей веры люди? Сопротивление их нетрудно нам понять, когда мы в оккупации побудем. Меня интересует лишь одно. Но почему же в церкви все святые молчали в келих, залегли на дно, в анабиозе яростном застыли? Не 10 дней, не лет, веков мечи точили, пушки отливали, жандармы мыслили с ворохом оков, на спусковом крючке у церкви палец. Все одобряли, льстили лицемером, знамена воинские не скупясь крапили. Никто словам евангельским не верит. Задохла совесть в праздничном кадиле. Копировали войны с ветхозаветных строк. Врагами недругов и ближних объявляли. Слоеные из России сварганили пирог. Из века в век с кровавыми соплями. Мы чада мира, мирен наш Христос. Но жгли и вешали похлеще Магомета. За те баталии с трухлявых внуков спрос, но вместо покаяния рвут плоть живой планеты. Восстаньте же, попы, архиереи, и прекратите бойню иноверцев. Бог Иегова вас самих забреет и выжжет, как проказу или скверну. Ищите благовестников Христовой благодати, оружием у них да будет только слово. Плотским оружием нам воевать не кстати. Забросьте справа сеть для чудного улова. 7 августа 2007 года.